Дорогие друзья, на кулинарный конкурс среди профессиональных поваров Ивановской области «Народный шеф» школа номер 2 города Тейково представляет школьного повара Куракину Любовь Валерьевну, которая представит уникальное, наиполезнейшее, очень простое в приготовлении и очень вкусное блюдо – яблоко здоровья. Выбор блюда не случайен, ведь запеченные яблоки с творогом и изюмом – это вкуснейший и полезнейший десерт, который полюбят даже требовательные гурманы. В яблоках содержится большое количество витаминов, минералов и другие полезные вещества. Все они укрепляют иммунитет, содействуют здоровому обмену веществ. Изюм является источником глюкозы и фруктозы, поэтому такой продукт даст ребенку энергию для познания окружающего мира. Ну и конечно, он богат витаминами и минералами. Творог – ценнейший продукт молочного происхождения. В нем много белка, необходимого для роста. Источник кальция, фосфора, необходимый для того, чтобы кости и зубы были здоровыми и крепкими. Технология приготовления блюда крайне проста. У яблок, не очищая их от кожуры, удаляют семенные гнезда. Образовавшееся гнездо заполняют фаршем из творога и изюма. Можно добавить немного сахарного песка или меда. Фаршированные яблоки укладывают на противень, подливают небольшое количество воды и запекают в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до полной готовности. Запеченные яблоки с творогом и изюмом – это питательно, вкусно и очень полезно. Вкусные они в теплом и холодном виде. Это прекрасная альтернатива конфетам, тортам, пирожным и прочим сладостям. Но здесь играет роль не только вкус, но и огромная польза. Мы надеемся, что в меню нашей школьной столовой это самое любимое блюдо. Очень вкусное блюдо, а самое главное, не вредно для фигуры. Ведь это прекрасная альтернатива конфетам. Очень вкусно. Да. Рекомендуем! Приятного аппетита и будьте здоровы!